Всем привет, Зенит Сити. Борьба за первое место, но мы вышли дальше. Я так полагаю, потому что 6 очков у обоих, у остальных двух команд по нулям, у Арсенала и у корейцев. Так что тут мы будем чисто тестировать различный состав. А чё, опять в старте? Ну, конечно, наш основной вратарь теперь. Дзюба забил в предыдущем матче парочку. Халк слева, кстати. Шатов справа. Де Брёйне сегодня играет. Дани Черышев в запасе. Я тут ногу настраиваю себе. Сити, вот такой вот составчик. Кабальера, там какие-то неизвестные чувачки. Стерлинг, Гарсия. В общем, состав не первый, так что можно играть, наверное. В любом случае, даже если проиграем, не беда. Охеренный пас. Ну, Ачола не боится. Ачола по первым двум матчам вообще был хорош. Я очень порадовался за него. Ну, а Шатов, как обычно. Голевые пасы на Дзюбу. Главная наша связка. Играем в контратаку с Сити. Нет смысла их прессинговать сильно. Грамотные игроки, грамотная команда. Катают мяч. Неплохой отбор на фол такой. И гол. И гол. Бани. Вау. Это было быстро. А чё, не спас? Ну, здесь фол, мне кажется, был. Но в любом случае, гол. 1-0, Зенит горит. Но не так, чтобы сильно. Пока что. Ну, а чё, все контролирует. На Халк. До Халка мяч не доходит. Кстати, неплохо играет, а чё, ногами. Насколько я могу судить. О, блин, куда этот пас? Кто там пасулю выдавал? Надо было на Шатова, он там открывался классно. Ну ладно, не прессингуем сильно, а то устанем бы раньше времени. Ну а чё, он спасает в очередной раз, чему я не могу не радоваться. Извини, Шатов, я видел, но... Да, неплохой отбор. Я не знаю, как здесь Бани так играет в FIFA, но в реальности он булка. В реальности он булка, и это ни для кого не секрет. Да ё-моё, Халк. Что ты мяч-то подарил сопернику? Зуккалини.
Да. А чё, на мячи? Все кувыркаются в округе. Да ёлки-палки. Никакой финт не проходит. А хочется что-нибудь пофинтить, пока товарники. Я буду пытаться. Так что сильно не судите. Добрение на Зюбу. Ну, кстати, неплохо получилось в итоге. Ай. Пас не прошел. Супер сейв. А чё опять в действии? Ишатов, отобрав мяч, стремится в контратаку. Блядь. Ну, Тюбе, конечно, убежать нереально. От защитников быстрых. Даже если бы он поставил корпус. Отличный навес. Да, обокрали нас, обокрали. Ну, побежали в контратаку. Бля! Шатов! Нет! Почему так плохо? Ну а Дебрёйне давай. Показывай, на что ты способен. Все-таки Сити тебя подписать хочет. За большую сумму. А если будешь плохо играть, не подпишут. Так и будешь у нас в Зените чахнуть. Удар от ворот. Вышнето. Криштина Халка. И штрафной. Даже не знаю. На вот пасулю. Да елки-палки. Как вы так мяч теряете легко? Ну побежал. Да это фол, ёлки-палки. Халк. Дзюбиньо. Дзюбиньо старался. Даже финт хорошо прошел. Халк прострелил тоже неплохо. Неплохо, неплохо. Зенит, в общем-то, смотрится на уровне супергранда.
Ну ладненько. 1-0. Какую-то ерунду Бали там забил, но... Бывает. Бани, точнее. Мы все еще продолжаем в контратаку играть. Все-таки против нас Манчестер Сити. Ну, это какая-то корявка. На Смольникова. На желтенькую. Давай, давай. Ну, клиши, да. Заслужил. Давай, будь честным. Я все-таки хочу за Халка пробовать. Че, желтый, что ли? Кайф. Ну подождите, дайте мне за Халка пробить. Чё, готово? Охеренчик, Халк. Бомба. Удар просто. Красота. Так, значит, там как-то бить надо иначе, нежели в предыдущей фифе. Не уверен я как, но будем пробовать. Джуба, вот это фантастика. Там они еле-еле отбились, на самом деле. Дзюба просто прошил всю защиту. Единственное, удар не получил. А, там защитник спас. Карим Бензема играет за Манчестер Сити теперь. Вот это поворот. Добривение. Что ж ты не отнял? Вот это позор. Да, защита, конечно, махнула. Ну ладно. Ну, бывает. Продолжаем все так же. Ну, можно было и пенальти поставить. Ну, а Де Брюйне попрошу навесить. Ух, Дзюбини. А нет, Нету, Нету пробивал. Матч-то интересный. Несмотря на 2-0 не в мою пользу. Смотрится. Смотрится. Смольников, Дзюба, нет, угловой. Де Брюйне. Так, окружили воротчика. Я делаю навес. Не, не прокатило.
наш мяч. Пора делать замены. Например, дать Велозу поиграть. Бали. Бальде. Рязанцев. Ну и все. Воротчика менять не будем. Качева претензий у меня, в общем-то, нету. Только к защите претензий все. Велозу вроде левша, насколько я помню. Это надо учесть. Чё, не от нас? Блин, ну как так? Эх, судья, судья. Да, помимо, наверное, атакующего чувака, если у нас Дебрёйне приобретут, нам надо взять нападающего. Потому что Бальде — это просто жесть. Ну а Дзюбу на все турниры я чуть не уверен, что хватит. Супер сейф очередной от Ачоа. Там травма, ребят, может это? Остановимся? Не? Никакого фейерплей? Как жаль, как жаль. Ачоа сейф очередной. Просто отличная форма у вратаря. Я так считаю. У кого-то еще может быть другое мнение. Отличный навес Стерлинг. Фунт Стерлинг. Отличный пасет. Ну и Рязанцев. Фа, блин. Рязанцев продирался сквозь чистокол ног. Удар, сейф. Ну чё, неплохо, молодец. Опа, сейф. А как опасно, а? Ну давай. Навесик на Дзюбинью. Не. Накрыли. Да, неплохой отбор, согласен. Стерлинг, это же товарняк. Ты упоролся время тянуть? Господи. Ну это позор. Давай, Велозо, разгоняй атаку. Хулык. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это навес. Ну, чуваки решили мяч покатать. Хотя это товарняк, ничего не значит. Причем они ведут 2-0, но... Что скажешь? Сити, Ман-Сити. Они так играют всегда. Ну, это фол. Что? Ой, Бальде Булка.
Я, кстати, думал, там фол. Я такой, оп, отвлекся. Моя беда, конечно. Но Бензема и в Сити Бензема. Неплохо. Неплохо, ладно, поражение, но не страшно. Мы проходим дальше и играем. Я, если честно, не знаю с кем. Де Брёйне, лучший игрок в моей команде. Окей.